Простите, леди Крафт, я не прибирался в склепе довольно долгое время. Почему ты не говорила, что здесь есть склеп? Лучше бы я не знал. Знаете что, я подожду вас здесь. А я ведь говорила, твоя громкая музыка всех мертвецов перебудет. Что оно здесь? В отцовской подписи было 3 литеры. Четкий намек на моего дедушку. Свет, пожалуйста. Да уж, мой отец был полон сюрпризов. Thank you.
Возьми все, что мы нашли в Бхагавате. Будь особенно осторожна с троллями. Они убили 6 человек, прежде чем мы их поймали. Они охраняли одну из перчаток Тора и карту с местонахождением его других сокровищ, без которых нельзя открыть вход в Авалон. Скальды считали, что здесь хранится могущественное оружие. И памятуя об этом, я уничтожил первоначальную карту. Надеюсь, я не совершил чудовищную ошибку. Но даже если так, я верю, вы с матушкой сумеете простить меня. Недолго она протянула. Ну ладно.
больного. Это была не Лара. Зачем ей поджигать свой дом? Она вошла в хранилище. Это точно она. Так вот, что здесь было. Кто-то взорвал хранилище. Ладно. Допустим, это не ты. Значит, кто-то офигенно на тебя похожий использовал сканер глазной сетчатки. Невозможно. Именно. Тогда что же случилось? Ты... Она взяла призрачный камень Аманды. Где Алистер? Мы его не видели. Пойду в серверную, посмотрю записи видеокамер. Уходите, пока крыша не рухнула. Видела эту тварь всего лишь один раз. Несколько лет назад Натла натравила на меня моего двойника. Но у него не было своего разума. Так ведь Натла в плену у Аманды. Так она его отправила. Они сейчас вроде как заодно. Аманда и Натла. Ее ручная богиня Атлантиды. Что же теперь нам делать? Сначала я улажу все дела с властями. А потом отправлюсь в Южную Мексику за поясом Тора. Что? Алистер погиб, а тебе? Тебе как будто наплевать. Я ищу пояс Тора, чтобы достать его молот. А молот мне нужен, чтобы убить богиню.